Хорошая. Злой фотограф Максим возвращается ночью со съемки. 7 часов материться убиты. Они сговорились. Почему они думают, что оживляют собою кирпичи и бетон, патефоны, обои, диваны? Почему полумрак? Почему идиотские шляпы? Почему не достроили снова банально промзона? Ни хрена же, красотка с забором не концептуальна. Никакого контраста. Что тело, что старая рухлядь. Злой фотограф неловко пинает консервную банку. Озадаченно смотрит на банку и вдруг понимает, что уже лет 15 не видел консервную банку. А когда-то валялись, реально валялись повсюду. А шеф-повар Тарас не находит, куда бы приткнуться после смены. И тут во дворе все заставили гады. И вообще не на вечер приткнуться, не завтра в субботу. И бессмысленно в этом контексте олени в бруснике. Все заставили гады, придется оставить у сквера. А на завтра пораньше приехать и встать у подъезда. Он выходит с пакетом оранжевым, там оленина. Он пинает консервную банку случайно и тоже озадаченно смотрит на банку и вдруг понимает, что лишь в мультиках видел, причем про несчастных животных. Поднимает глаза и встречается взглядом с Максимом. Тот стоит неподвижно и сразу становится лето. И немного нелепо. Пакет с олениной и банка, они молча над банкой стоят и становится лето.